Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Эдвин Хауленд Блашфилд. Американский художник-монументалист, наиболее известный росписью купола главного читального зала библиотеки Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия. Родился в Бруклине в 1848 году. Изучал живопись в Пенсильванской академии изящных искусств после первоначального прохождения курса инженерии в Массачусетском технологическом институте. Переехал в Европу в 1867 году, чтобы учиться у Леона Жозефа Флорентина Бона в Париже. И оставался за границей до 1881 года, путешествуя, рисуя и выставляя свои работы в салонных выставках. Его академическое образование в области живописи и обширные путешествия по Италии для изучения фресковой живописи объединились в работах, отмеченных тонкостью и красотой колорита. Блашфилд стал широко почитаемым художником-монументалистом, чьи работы украшали купол зданий мануфактур и свободных искусств на Всемирной колумбийской выставке в 1893 году в Чикаго, несколько капитолий штатов и центральный купол библиотеки Конгресса. Был членом многочисленных художественных организаций, в том числе Национальной академии дизайна, Национального общества художников-муралистов, в котором он занимал пост президента с 1909 по 1914 год. Блашфилд занимал с 1920 по 1926 год пост президента Национальной академии дизайна. Был награжден золотой медалью Национальной академии дизайна в 1934 году, почетным членством в Американском институте архитекторов и почетной степенью доктора изящных искусств Нью-Йоркского университета в 1926 году. Служил в комиссии изящных искусств США с 1912 по 1916 год. На его стиль оказал влияние Пьер Пюи де Шаван, Жан-Поль Лоренс и Поль Бодри. Женился на Эванжелин Уилбур в 1881 году, и вместе они написали «Итальянские города» и перевели «Жизнь художников в Вазаре» 1897 год. Уилбур умерла в 1918 году, а Блашфилд женился на Грейс Холл в 1928. Стал президентом общества художников-фресковедов и общества американских художников. Умер Блашфилд в 1936 году, похоронен на Вудлонском кладбище в Бронксе, Нью-Йорк. Ну вот так вкратце о американском художнике-монументалисте, наиболее известном росписью купола главного читального зала и библиотеки Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия, Эдвин Хауленд Блашфилд. Пока-пока, до свидания.